предстоит победить 9 соперников. Соревнуйся с ними, и ты сможешь приобрести болельщиков и заработать маячки. Маячки выдаются за участие в гонках. Заезды для публики помогут приобрести болельщиков. Маячки открывают дальнейшие соревнования, а болельщики дают новые машины. Каждый соперник предложит тебе серию испытаний. Выполни все задания, если хочешь выиграть. А если победить соперника в поединке, можно заполучить его автомобиль. Собирай маячки, приобретай болельщиков, побеждай соперников, и ты покоришь мир. Итак, пора узнать, что такое гонки под напряжением. В гонке с зарядами все средства хороши. Победителем признается тот, кто первым пересечет финишную черту. Надо быть умелым гонщиком и настоящим мастером зарядов, чтобы обойти всех. Заряды дают серьезные преимущества. Обогнав соперников, не спеши праздновать победу. Лидерство надо удержать. Войди в призовую тройку и получишь маячки. Чем лучше результат, тем больше маячков ты заработаешь.